А теперь футбольные новости. Клуб «Тверь» сыграл в ничью в матче второго тура профессиональной футбольной лиги. В субботу 24 июля подопечные Вадима Гаранина разошлись миром с Читой. Счет в матче открыли хозяева. На 30-й минуте встречи ворота забайкальского клуба поразил капитан команды, защитник Илья Сериков. Однако восстановить равновесие гости смогли еще до перерыва. На 40-й минуте на табло загорелся счет 1-1. Несмотря на упорные попытки тверичан во второй тайм выйти вперед, ничейный счет сохранился до конца встречи. С учетом победы в первом туре на сегодняшний день в активе команды Вадима Гаранина 4 очка. Первый тайм понравился нашим деталями, моментами, наверное, такие, можно банальную фразу сказать, что надо забивать то, что создаем, хотя бы какую-то часть. Вот, не получилось. Второй тайм немножечко такой смазанный был, гипержелание забить, и немножко потерял структуру игры, и где-то, наверное, фрагментами играли просто за счет индивидуальных каких-то там действий.